Электронность. Чтобы пощупать эту синдром. Че, еще раз чекнуть? Я готов. Давай еще. 5, 4, 3, 2, 1. Puddlecast. Столбы полетели, смотри, сразу вот под стол полетели. РДД покрасить не надо. Все, босса стопнули, не бьем. Братчик просто. Пош, переводишь? Докроем, смотрим дебаг, берем сегодня. Блять. Я купол не поставлю. Хилиться там с вами. Плеваться нечем. Успеем. Зеленый убили бы тебя. Перемене, учились трусов. Ушли, 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 уже похуй. Ушли. Он колбы поставил? Вспомнил. Да, он там колбы. Колбы ставит, он сейчас еще одну поставит. Пельмени это что? Подъебало. Колбы еще одну. Колбы. И колбы. Вот такие. Говори, если не выходи заранее, блядь. Не умный. РДД, а чего там стоит? Пельмени сейчас полетят. Пельмени отошли. И стали потом в кучку под зеленую. Пельмени сейчас полетят. Пункт краса. Слава, дай мне, дай. Я? Да. Чинку. Ребахните вара быстрее. Вара ребахну. РД красного. Беги, малышка, беги! Ой. Чё? Пельмени сейчас полетят, милики по красному. Пельмени. Пельмени. Пельмени отошли, пельмени отошли. Служи вышли сразу. На соло пришли. Масси мертвая. Дай бэр.
Стой. Мины родители. Ребахнули друиды, пельмени отошли. РДД покрасили, брат. Ну, побежал, служивший. Мыли чекать, там что скоро будет. Заебал, ты таймер убивал. Пораньше, чуть позже, для секунды, что ли. Пельмени отошли. Все, встаньте в кучу. В одну, вон, в печенье, который стоит. Зеленый квест. Лужи вышли, лужи вышли. Не успел. Нормально, в точку есть. Пельмени. Отошли. Пиздец, сыр слагает. Да. Нет, это у вас лагает. Ну блять, ну что за хуйня, нахуй? Забери. Есть. Рибаб, дайте по мне. Лучше вышли. Мили. Не больше никто шок не умирал, по красным сыграть. Великих красных сейчас кобы будет. Тебе не летят. Блять, уйдите от кобы. Опять раньше. Угу. Испускание. Сука, на 4 секунды раньше он колбу поставил. А это ладно, блядь. Высеру залагал. А, у меня тоже что-то залагало, хотя пинг нормально. Прям зависло, нахуй. Ебаный проф, нахуй. Это не ебаный проф, это простой босс. Вот реально простой. Кого только и винить, нахуй, это только вас, блядь. И Сирус. Еще копы свои хуевые. Сука. На 750-й карточке это лучше было. Блять, ни у кого нету стать. А вон кто-то есть. Да, давай. А. Айрис. Всем ку. Ку, масрец. Там челики уже бегут. Интересно, прибегут быстрее, чем докастуешь? Xtemp. Ну, нормального помещения было не одно, вчера намного лучше, но... Да. И в чем сейчас проблема была? Почему умерли? Пидорас. Xtemp, пидорас. Сделал ебаные лаги. Шипы. У меня, честно, вот у меня вообще не лагает практически. Угу. Я понял. Сама, это хорошо, что тебе надо. Может, это с регионом связано? Давай, я шкаф. Я на через европейский сижу. Попробуйте, может, сменить. Челики бегут, давай, шкаф. С умнем, блядь. Так он не лагал, он просто завис на минуту и все. Так, в принципе, лагов-то нет. Тыкайте, тыкайте. Такое бывает. Маша только осталась. Все, все тут. Перепейте, посмотрите сокваты с маслами. А СС нужны? Нет. Нет. Все разные варианты. 3 БР КД, может СС ебану... А, СС один всего лишь. Хотя бы кому-нибудь. Так, Престена, Блэкич. Фелиция, Арисни, Фелиция, блин.
Сколько? На кого? Давай еще. 5, 4, 3, 2, 1. Наплюнуть до сих пор нету. Ну так вот я бам. Есть уже это наплюнуть. Я только что нашкрябал. Все уже страх. Профи стопнули, сыграли показ. Профи стопнули, сыграли показ. Королева, представил. Зеленый два трусы, красный крест. Мася, ход ты меня срочно. Я в зеленую не плюну сейчас. В красную только. Блять. Что за нахуй? Переплюнул красного. Пельмень опять. Полного. Пельмень просто. Пельмень. Пельмени. Полетел. Пельмени открыты. Первый через 10 секунд говорим. Проблема. А у нас только мастер сдох. Не надо говорить, падать. Без выдержанной чума. Кирилл. Ты как-то далеко. Со следующего пула я минусую по кесарю. Заебали. Щуку. Только что за. А, щуку не проходили, не там. Кирилл. Что? Попробуй стенки держать. Мне просто на балкон далеко бежать. Плюс красного надо подходить. О, так я отвожу специально туда, потому что там есть конченый тайминг пельменей. Подкаст, понимаешь? Ну, просто... если я не буду отводить, блядь, назад, нахуй, эти пельмени, блядь, будут прилетать в тайминг коста, и придется терять человека, понимаешь? От этого я ужасно страдаю. Я могу не успеть просто и все.
Типа, вообще... я из этого несколько раз убирался, да, но когда-нибудь типа, мне не повезло. За все пулы один раз только кинул лужу меня. Вот сейчас вот туда. Не один раз. И вчера тоже было, помню. Там много луж было. За сегодня один раз кинул. За сегодня, да, один раз. И то везло. Просто говорю, что я могу не успеть либо плюнуть, либо съесть полностью. И тогда будет три лужи. У меня скоро кнопка 1 откажет. У меня скоро мозг откажется. Тогда мы будем наравне. Вы как думаете, блядь, если в гильдии 2 рейда, 25 обычку, один рейд позиционируется как рейд для мейнов, второй рейд как рейд для твинков, должны ли они получать равное количество ИП? Да. Да, потому что типа в этом весь смысл. Это хуёво, когда твинков говорят, вы твинки, вы получаете всего лишь 50%. Блять, ну смотри, с таким отношением, понимаешь, ну, человек хочет, допустим, твинком играть, да? Хочет ходить в два рейда. Нахуя ему этот второй рейд, если, блядь, ему не полный ИП? Да, я вот за это бьюсь, блядь, и пиздец, хуета. Нет, нахуй. Просто, типа, условно такая вот хуйня. У нас половина ИП дают твинкам, у нас же Не у нас, я про другую гильдию. Смотри, если рейд твинков, то по факту всем твинкам дают половину. Какая разница, если они не смешиваются? Ебать. Ты, наверное, с той гильдии, да? Нет. Если у них смешивается ЕП, то хрен его еще знает. Если смешивается, нет, а оно смешивается. Заходит мейн персонаж во второй рейд и забирает все нахуй. Потому что у тех типов в два раза меньше ИП, медленнее ИП копится. Ну, да. Ладно, все, реально, закройте тему, нахуй. Лучше думайте, блядь, что вы делаете не так, нахуй, чтобы убить профа, нахуй. Вот это мне вообще, блядь, не интересует ваши темы. Ни о чем. Сейчас что произошло? Произошел, блядь, слаг, нахуй, от одного человека, потом от второго. Речь номер не по своей вине. БР есть? 1СС кому-нибудь дадим? Я не знаю, по кому СС давать. Вот реально не знаю. Надо угадать, кто сдохнет. По массиму, да, СС. Давай, чёрт. 5, 4, 3, 2, 1. Благодаря красному бьем. Сейчас стопнули, босса не бьем, босса.
Не бьем босса, не бьем. Убрали лапки. Служи кинься. Служи. Смотрим за дыма. Красным крест, зеленым торцем. Плюнул обоих. Кармик побежал. Новый баунс. На следующую пропуска. Перекасты отошли. Переплюнул. Пельмени отошли. Опять черный. Добили красным все быстрее. Аккуратно, сейчас еще одни пельмени полетят. Пельмени. И сейчас колбы будут. Подъебало. Колбы. Я ебал там стоять. Что, заебись, да, вам? О, блин. Сука, уеб. Ладно. Перемене отошли. Зеленым сыграем. Кому поднимать? Нахер. Бэр. Лужи лучше. Чего вы чармичный, блядь, пельмени отошли? Пиздец. Да идите нахуй, вы вторую фазу, блядь, вайпаетесь, падаете. Вы ебаные животные, блядь, это как в обычке, вторая фаза простая, блядь. Че, ложимся, да? Нет. Бэри, чарми, блядь. Ты сказал, ложитесь, я Обаму задиспылил. Ой, блядь. Я могу выпить еще раз. А, там красный уже на всех парах. Нахуй, короче, пизду, ласпул делаю, с меня хватит, нахуй. Вы животное, блядь. Ебал я в рот, нахуй. Служи, блядь, выйти не могут, нахуй. Уже устал, нахуй, от этой хуйни, блядь. Попивасники, блядь. Есть там диван у кого-то? Ча, появлюсь, заспаунюсь. Блять, хуёво. Погодь, я ща появлюсь. А, вон Мася. Там СС был, давай. Масрез. Ты чё, релокнулся? Да, мне дали крутой совет. Теперь я экономлю на диване и на шмотках. Дебилу, блять. Мы бухаем, а, блин. А, тут, по-моему, оконфилы, блядь. А чё ты, Рид? Я тоже слышал то, что Феникс сказал. Да, типа, он говорил, что падали просто, я не заспалю сразу на стомате, ну хуй с ним. Ну, конфет, это далеко бежать тебе? Нахер снимать-то? Самая быстрая рука на дигом целка. А вон он уже бежит. Mm-hmm.
Там по пороге. Вообще на полном обстоятельстве. Давай, чёрт. Справа стань, не видно босса. Зеленым то. Кого полетим? Что за урон от Тиколп получается? Это просто пиздец. Сложно выйти. Попался в топ, наверное. По красным играть. Конка, бегай. Конка, беги. Конка, беги. Он видит, не переживай. Просто играй. Зеленым дебахнуть трусы, красный крест. Быстрее шевелить. Боссом побежал. Боссом опрохил. Поднимите босса, он чуть умрет. Он бегает, там с лоу хп просто. Пельмени. Пельмени пошли. Отошли. Выбери зеленый. Мася, походи меня. У нас еще одни пельмени были. Пельмени отошли. И колбы сейчас будут под ебалами. Войт, Бэйр. И на рейзере. Но он не зеленый был. Позже начала отбегать. Ребахнуть просто. Пельмени. Дискон? У меня зависит. Все зависли. Блять. Планный рот, нахуй, говно. Это, кстати, хорошо. Сейчас наш рел немножко отойдет и будет чуть больше, чем один вайп. Это был победный пул. Ну да. Это был неплохой, реально. Кстати, Престёна, ты же холик, ты же можешь вот так вот сейвить, чтобы вот как сейчас Юля не отлетела. А он так и делает, просто он же не может всегда видеть. Yes. Ну, я видел, когда там в луже кто-то один был на зеленом. Он кидал крылья. Ну, сейчас просто вот в Юле летел пельмень, она только-только от зеленого слизня отошла. Я по боссаму кидал крылья, потому что его никто не хилил. No. Потому что он далеко бегал. Ну, босс он далеко был, на самом деле. Ну, очень мало хп было, поэтому я дал крылья. Доставать. Я так хорошо расплевался. В зеленом углу там есть текстурка, за которой не видно. Да, он немного в лосе был. Ну хотя бы прожался. Так что нормально. И тоже ему зубы отдала, кстати. А, заебись. Зыбка, крылья плюс зубы. Акс, руби топором. Акс, от Акс.
Ну, сейчас, мне кажется, говно распределение было. Потому что целый лям хп. Типа красного убили, у зеленого еще лям был, это пиздец. Ну да, тут а рандом нахуй. Походу всех лоу депрессеров кинуло в зеленого. А что за опыт-то я хиджал? Это мой мир секса. Можно к тебе? Ты там лаз-босс. Да, я там лаз-босс. Да. С конкой на пару? Да, там я его сумоню на 50%, потому что я понимаю, что я рак. И он там, это как берсофаза, он стати копит и ваншотит. Колет. Надо бы хила еще, чтобы вообще не победим. Блин, а состав рейда разве так сильно поменялся от вчерашнего? Почему? Всего пару человек. Да, 1-2 человека, кажись, вообще, типа. Нет, 3-4 максимум. А со всем вообще как конченые ебанаты. Я, да. Вчера я вообще как ебанутый сосу. Пулов, когда мы освали по 5-6% хп ему. Да, и там третий пул или второй, пару процентов. А сегодня мы один раз только третью фазу видели. Ага. Есть диминишек на таун, сейчас я прочту даже. По идее их всего 5. А, дай как мне. Как нам ретаунтить после 5-го, мне интересно. Ну, вчера справлялись как-то с этим, хз. У нас ебута, мы крепчаем. Да, я считаю, нужно официантку поменять, она все руинит. Ужас. Сейчас я кину. Смотри, некоторые боссы могут быть отключены от диминишинга. Например, Мороуз, Карагер. Там отключение. Сан, это с острова этого? С острова свободы, который? Поэта. С острова погоды? Мучайся, Настя, мучайся. Ебать, у тебя интерфейс жесткий там, ебать. Это сколько у тебя макс фактор, блядь? А я чё? Я ничего, я не мучаюсь. Пункт. Да. А чё ты не хочешь посмотреть на моего ГДК? Налей там Кириллу, пожалуйста. Ну чё-то... Холодной водички. Тупит всё жёстко. Поэтому пока демку не захожу. У него просто сигареты закончились, вот он и нервничает. Ну, на всякий случай для профилактики холодной воды всё-таки налей. Ну, я тоже нервничаю. Пусть прям сейчас пойдет за сигарет. Так он уже пошел за сигарет. Я-то себе купила. Не, я ж эту ж купила себе эту, блядь, пароварку нашу. Ключи. Я сейчас как ежик в тумане. Так ты вейп купила или просто этот айоску? Не, эту айоску. Там это типа электронка одноразовая. Одноразку? Нет, я не одноразку, я этот, блядь. А, просто вейп обычный. Ну, вейп. Ну, типа, да. iOS. А iOS, тебе вейп, это iOS. Ты... Это iOS называется. iOS, Джул. Передо мной сейчас и вейп, и одноразка, и сигареты, блядь. Все в дерево. Мне сейчас все перечислить, что у меня тут стоит, хочешь? А, говорю, первый кальян, второй кальян, 4 шланга, 5 пачек. Бля, Рит, дай кальяна, покури. Все чередуется, знаешь. Ребят, я к соседу на работе, подождите. Кальянчик. Брат, сделай до Дарксайд на восьмерку. Кола, лимон, ежи. Мирая, вот это, у тебя там что стоит, Мирая, нахуй, ну-ка. Миленький. У Мирая там только чиполах сзади может прилететь. Да там вообще не будет. Там батя с ремнем стоит у него, блядь. А, у нас Мирая нету, а с кем вы общаетесь? Мирая нету? Нету? Нет. Чё, блядь, а, вот почему он же там писал. Он же тут писал, что у него свет офнули или что-то такое. Да по-любому батя пизды дал. Я по приколу на БТ хиджал перса, он мне сразу 79 уровня. Это закона, а мне можно так же? Да, я разрешаю. Там специально же так. Я не знал. Они тебе идут 79, а потом говорят, ну вот все, видишь, 1%. Будешь качать, как все 80, нахуй, без банок. А можно X4 с каждым персом, а то заебался качать? Да, разрешаю. Скоро новый апдейт будет. Спасибо, Финлайн. Я думаю, только за такой надо ЕП давать. О, 4 стал. Фонарь, а можно мне, пожалуйста, шамана сразу 270-го? Да, пусть мне сначала клык упадет, тогда всем разрешу, все. Давай. А у тебя его с обычкой даже нету? Ты хилишь, да. Давай.
Ну, так, да, 270-го хила сразу, чтобы я не ебалась, не одевала его. Проблема в том, что на 3.3.5 никто точно не знает, и нету никаких улик, как работает Diminishing Town. Но при этом Сирус все равно залил, блядь, ебучий апдейт на это 2018. Это волшебную фигню. Вы не являетесь... Сейчас придется репати делать, кстати. Ага, бля. Репати. Хуёво. Рыло передадите, и все, и потом назад. Сука. Еще, блядь, лагает, нахуй. Так. Вот это вроде подходит, да? Фонарь. Ну-ка, чек. Я сейчас просто роюсь, как говнее в этих форумах. Иммун после... Иммун к таунту после 5 таунтов. Так я тебе на портал. Да нахуй это тебе надо, блядь. Я уже тэпнулся, мне заебись. А вряд ли кто-то сможет ткнуть на портал. Ну, кстати, может быть, диминишинг на таунт, как первый таунт повесили, сразу откатывается, а не с последнего таунта диминишинг идет. Может быть, начинается, блядь. Ну да, начинается и типа не возобновляется. Ну, начинается он, но... Я ну, ему, да. Блядь. Да, он и заканчивается, прикинь. Короче, зашел, вышел, точнее, зашел. А что за хуйня? Минута так и будет? Вот это будет? Владыка, ужас, нажми на портал. Короче, братанусь вот пока что. Я тебя присумоню, ты тебя телепортируют, и ты пешнешься назад и начнешь сумонить. Нихуя ты придумал. Во, это... А скинь Рэлла? Сейчас мне загрузка идет. Ой, блядь, я забыл, что мне Рэлла, сука. А, о, блять, что лагает что ли? Унг. Я тебе в личку скинул, как ДК выглядит. О, Владыка, привет. Что-то Кириллу не скидывается, ну-ка. Он офнутый, на... блять. Холич, я тебе перекинул, ну-ка, что там получилось? Холич, Холич. Я тут сумму. Да, да, заходите. Сумонте. Я в седых. А я один здесь, блин, у профа. О. О, Феня, давай, тыкай. Сумоним пару тел. А куда тело у нас делось? Чарми куда-то ушел, да? Я думал, еще будет репати, поэтому вышел. Да, да, дайте пати просто. О, тут гильчат пишет, дайте пати. Еще и кает, блядь. Бухарь, блядь. Бухарь. Так, я, брат, сомните, главное. Еще шкаф пропадет, будет неловко. Да я бегу уже, почти ты бежал. Кунка гангает всякий жильный дом. Это было, короче, постоянно слюнить, пока еще не Добра. Язык не опять забыл поменяться. Ну ё-моё, во. Охуя себе, у тебя трансмог. Это не ДК такой. Це еще одну шмотку невидимую купил. В севере это... Предлагаю завтра... Чё, сегодня у нас суббота, да? Предлагаю. Воскресенье, как то, что я буду, возможно. Это кто? Кристена. Йо. Идется Эрдру брать вместо тебя. Да нет, я попробую говорить, чтобы меня на поздно не ставили урок. А-а-а, то я успел забить. Приехать. Я предлагаю, если все будут, типа, пойти Геру тоже бить. Мне где-то в 10 часов утра по московскому ехать, а по моему это в 9 надо уехать уже из дома. В город. Целый, сука, час езды охуенный. У нас с Никитой завтра тоже не будет. Хуёво. Почему вы отсутствуете? Работаем. Вдвоём? Почти. Зарплата и премия. Кто-то оператор.
Скорее всего, и инсол не то офнулись. Что-то, блядь, хуёво стало отображаться. Сука, Сирус ебаный. Сука, возможно, бил. Соло, и на соло написал, что его поменять надо. Пиздец. Ему отойти надо на минут 20. Ну, это один трай. Ну, с нашей скоростью, да. Tomorrow Sunday каждому утро готовится как килу. Основательно, блядь. Да, поэтому да, мы не траем, мы типа чисто собираемся с мыслями, блядь, раз 20 минут делаем. Мысли дохуя и все равно. Ребят, не обращайтесь, это практически в каждой гильдии такая же херня. Ну нет. Ну да. Ну, да нихуя. Замены мало. Раз такого. Это в Хэмин началось такая хуйня. Никогда такого не было, по крайней мере, в моих рейнах. Чё там, блядь, кто на замене в DC, блядь? Кто там, сколько у нас в DC? 27 всего лишь. Два человека в Алай будут, надо в рейд. Алло, замена. Ну, скорее всего, тут и на соло. Вместо и на соло какого-то. Должна была Адель написать, не написала, забыла, пиздец, сори. Сори. Не любишь ты его? Извините. Над джомами поржал, ебать, один босс убит. А вы не злорадствуйте. Сори, первый раз в жизни позлорадствовал. Может, простите. Так чё там, блядь, есть какая замена? Ну-ка, чё там то гильдия онлайн? Стерва, блядь. Хуй знает. А вот это чё за хан? 1650 ИП. Тессер какой-то. Нет, хуйня. Если никого нет, пусть сервей поиграет. Если уж и нет. Ну это чё, пятый хил, да? Хуй знает. А куда деваться? Так-то да, хули. Выхода нет. Нет, Адель не минусанули. Если минусанули, то мне... Пятый хил как-то может быть даже хуево. У нас вчера ДПС был получше, у нас 3-4% оставалось. Сейчас будет 5 хилов, это минус 1 ДД. А у нас нету выбора. У Пристены ШП. Это понятно. Пристена, ты как в ШП там? Спек, может, какой-то есть? О. Ты апай своего ШП, блядь, чтобы была альтернатива. ДПС на нем учись. Ну, две кнопки по очереди нажимать, там учись. Да мы в бирсу вроде никак не упираемся, не? Ну так-то нет. Типа там по слизням будет потруднее. Ну а вот слизни, да. Слизни. Да нам бы РДД 3 взять. Там Калют писал, что он вроде как на замене сидит. А сова тебе крит не дает РДД? Дает, да. Давай, шкафка, выказябр, хуль ты бегаешь кругами, ну, стерву сумоним. Чего-то я не вижу этого бафа, блядь, на крит. Это вот такой лучик фиолетовый. А, блядь. Маура лунного соуха. Точно, точно. Тыкайте. Лем еще тотемом плюс 3% дает. Похую, это ретрик дает. Все тут. Что, у меня после любой лаги придет? Да по-любому. Перво на перифазе смотришь либо зеленый, либо красный дебаф. И бежишь по меткам. Зеленый вон в трусы, в стену упираешься, с красным уже приставишь в центр. Давай на чарме дадим там меточку, чтобы не лево-вправо 10 на 10 бежали там, а все за одним челиком. Дай ему ассисты, там сбивается метка, пускай сам ассист. Я могу поставить пока на него звездочку, но ромби какие-то. Тебе ассисты дал чарме? Все, я тебя напугнул. Давай, вперед. Five, four, three, two, one.
Понял, фонарь, ты слишком жирный. Я жирный. Я нам пойду. Вот банк вылетел, походу. Видимо, да. Не бьет. Красный чуть-чуть. Ну, а может просто там отойти, захотел нас убить, я бы не удивил. Просто красные колбочки, смотри свои. Мне нечем плевать. Ну, вот тут бланк. Память. Блять. Залупа. Сука. А что произошло, что случилось? Да он, блять, отошел или вылетел, хуй пойми. Пишет, свет копал. Я выжил там? Да. О. Ну, сейчас перезайду, сейчас зайду. Ты что, Альтер F4 будешь? Нет. Блядь, я старался тебя убить, как ты выжил, сука. Ха-ха, Рид, ты никогда не осилишь ты меня. Ты быстрее этот чит нажал, чем я диспальнул, да? Да. Ясно, два самых два быстрых пальца на диком западе. Да, да, два самых быстрых пальца. Да, 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 ой-ой-ой. Понял, шальная вылетела. Нефатальная пуля. Меня просто свет назад с небес отправил. А у меня, знаете, что хуёво? У меня телефона нету с дискордом. Если бы у меня свет вырубился, я бы не смог дискорд писать. Если у меня свет вырубился, я в целом бы не смог, потому что интернета нет. Ну, просто телефон у некоторых, ну, у 99% телефона, если у меня нету. У меня тоже нет, поэтому расслабься. Ты не одинок. Гей. То есть получается с треугольничка получится с квадратиком. Армази, да, может? Армази. Угу. Перепать. У нас там армазет какой-то. Армане. Хули толку просто? Я не вижу смысла, блядь, брать. Человека, который, блядь, будет давать там 7000 DPS. Ну нахуя он? Армазет? Ну да. А у нас вроде два фаера, вот 17к дают. Или он уже тут был? Ну он говорит, вон с X2, может это играет нормально. Да попробуем, хули. Пытка, не пытка. Проблема сейчас еще со второй фазы. Один хант остался. Ой, с третьей точнее. Ну смотри, хант, потом чё, чувава, я могу в мишку ещё прыгнуть на раджеп. Да, ещё типа милики не таунтили. Тебя сложат. Ну, я имею в виду на рендже, типа я за 30 метров от профа стоучу. Мне только надо таймер видеть. Сейчас я ещё до фазы не дошёл, сука, чтобы проверить, как он мне ДБМ показывает.
Так, у меня попугай пропал. Я сейчас. Ну, там мишка, на единичку, там нормально. Номера я его украл. Вот почему всего нет. Десять. Манекен он дает. Ну, здесь будет давать, нахуй, 1008, как я и говорил. Ну, блять, лучше с 8000, чем без них. Попробовать. Если ему похуй, на КД, он же с другими не пойдет, Геро. Ну, хуй знает. Ну, я бы взял, блять, похуй, уже надо как-то ебашить. Надо ебашить. Было просто уже убивать, нахуй, все. Да, вчера пиздец обидел. Лучше ж пиво реармить, нахуй. У меня что-то грустно смотрю, реально. Надо забывать пивко выпить, блядь, ДПС. Ну чё, пробуем? Спасибо. О, нормально. Шкаф ебани, козябры сразу. У меня осталось два сколка. Ну всё, пиздец. Сделай больше. За свайп пойдёшь сосать. Ну только не пиво, а сколки. Пиво со сколками, блядь, вместе. После шеи, нахуй.